раскачаем. Мы раскачаем. Мы раскачаем. Мы раскачаем. Мы раскачаем. Мексикана мама. Жизнь в объективах телекамер. Мексика шоу-шоу, по боям без правил. Любовные баталии, где третий лишний. Голодные хищники, поиски пищи. Делай как хочешь, и даже ночью. Воды по полной, это наш почерк. Дороги разные, цель остается одна. Оставайся с собой, за тобой наблюдает страна. Мексикана мама. Уже месяц наши герои живут на мексиканской вилле Жанны Фриске. В понедельник на виллу приехал новый участник – Максим. Он понравился сразу нескольким девушкам. Давай, нючочку. Максим стал причиной ссоры даже такой стабильной пары, как Став и Настя. Максим пригласил на свидание Аню и Лену. Если Лена питает к Максиму скорее материнские чувства, то Аня откровенно с ним заигрывает. Жанна поговорила с Леной, пытаясь выяснить причину ее нестабильного поведения. Лена призналась, что дома ее ждет любимый человек. Ты его любишь, скажи? Вообще, любишь? Жанна поняла Лену и даже разрешила ей поговорить по телефону с бойфрендом. Звонок закончился неожиданным предложением. Ты выйдешь за меня? Да! Морозов, я согласна выйти за тебя замуж! Лене больше нечего делать на вилле, поэтому ее каникулы закончились. По правилам проекта на вилле должны жить 11 человек, поэтому место Лены заняла Сара. Жанна Фриске дала ей второй шанс. Возвращение Сары удивило всех и сильно разозлило ее давнего врага Диану. Здравствуйте, друзья! На этом сюрпризы Жанны не закончились. Наши герои, наконец, узнали, за что они борются. 1 000 000 рублей. Проводив свою единственную подругу Лену, Диана решила выместить свою злость на Саре. Но этим безумство Дианы не ограничились. Почти всю ночь она преследовала Сару и попавшего под горячую руку Филиппа. Я там мокрый, я сюда ушел, ты че мне все постели перепортил? Новичок Максим не смог спокойно смотреть на страдания Сары и Филиппа и предложил им ночевать в его комнате одиночки, а сам остался. Я сооружал конструкцию, чтобы было только на меня. И вот я лежу здесь. Че, долго сейчас лечь? Вчера, блин, Диана бычить начала. Сара вчера ночью. Я сейчас в шоке, что происходило вчера. Пришла, блин, ко мне в комнату. Сидит у меня на кровати, блин, лягушку мне засунула под одеяло. Реально. Это знак уважения от деда. Какие-то там кресла на кровать, там что-то натянул. Как ты сказал, зоопарк? Дом. А как это Диана себе кидалась жабами? Зоопарк. Вот так вот брала жабу. Прям и же, она же не взяла руки. Взяла руку, жабу и кидалась. А Диана тоже перебрала или нет? Ну, такая она, светло ей было. Она... Виктория
всем бросила по лягушке? Не-не-не, я зашла в розовую комнату, вышла на веранду, увидела маленькую лягушку, взяла ее, сначала засунула ему в постель, но она захотела упрыгать, и я кинула в унитаз. Слушай, так ты все-таки на этот унитаз сел? Выкинуть эту лягушку. Я не сел, я встал на один. Но я не смог. Я хотела бы твое лицо в этот момент. Вот вчера дверь у вас ходила. А что, бекон пожаренный есть? Да, что-то все, сегодня мне говорят, что вчера всю ночь слышали. Я кричала, орала, и у меня такое ощущение было, что била ногу. Ага, ну вчера уже иду спать, и только слышно, Ромке закатываешь. Я подушкой просто слегка. И Ромка такой. Это что? У тебя подушка оказалась мокрая, потому что ты вспотела, и ты решила попсиховать? Дяденька становится скучно, я беру подушку и хуярит дверь балконную. Я ее просто прикрыла, она открылась. А, ты ее прикрыла? 18 раз. 4 раза? Она открывалась 4 раза. Ногой? Сара, ты вообще никак на все это происходящее не отреагировал? Философски. Ну, как всегда. Я сначала подумал, что это Рома психует. Как ты мог подумать, что кто-то психует в этом доме, кроме меня? Все. Так, что у нас сегодня? Звезда? Сегодня у нас суперстар приедет. Ну, а вы какие мысли? Мальчик должен приехать. Девочка. Почему девочка? Мне кажется, это мальчик, но не совсем. Что-то между мальчиком и девочкой приедет? Опять вчера. Кто сегодня на физкультуру записывается? Я. Я записываю. Я. Давайте, я могу... Нужно кому-нибудь стрэнч, я могу провести растяжку. Так, сами собираемся и начнем качать. Давай растяжечку тоже сделаем. Да, и я растяжечку тоже сделаю. Я могу провести растяжку. Давай, давай. Девчонкам, я думаю, будет полезно. Да, клево. Хотя я думаю, во сколько мы начнем? Ну, не раньше, не раньше 12, а во сколько придет звезда? Ну, придет и придет, хрен с ним, подстраиваться тоже. Да. Конечно, подождет, пока мы потянемся. Да. Извини, звезда, у нас растяжка. Подключайся к нам. Не хочешь ей домой обратно? У нас тут дела. Ребят. Идите сюда. Черт. Ну, что там такое? Я вас наебал. Кого не хватает? Резиновых баб. Денег, кстати. Жанна? Подождите, одна осталась, а другая исчезла? Она к Жене ушла. А кто это валяется? Жене уехал вчера. Уехал? В Москву. Мне кажется, это Жанна. Нет, это мужчина. А? Чудо. Ну, пошлите подкатим. Ром, пошли разберемся, кто это мы нашли. Блин, ну это Жанна. А что там? Ром, пошли, блин, Жанна. Подойдем сейчас, Жанна. Решим все вопрос. Тима, пошли, вдруг он здоровый. Большой парень. Я тоже вижу, что парень. Это Жанна. Да это кто-нибудь всем, что группа сейчас просто лежит. Это все, блин, фикция. Ну-ка, большой нос у Жанны. Ааа, звери в хай. Серёжа. А я говорю, большие ноги у Жанны. Да ладно! Нифига себе! Звери в хай. Просто крутянский крутяк. Да. Это вообще, конечно, было тоже смешно. Кто-то сказал, что это Жанна. Я так подошла, вижу огромные волосатые ноги. Думаю, нет, это точно не Жанна. Мы спустились вниз и увидели просто Сережу. Блин, ну я, конечно, ожидала, конечно, кого угодно, но точно не него. Но вот он здесь прям вот кстати. Вот тут он вот отлично прям вписывается вообще во все просто. Вот. Свой просто, вот реально свой. Блин, вот да. Это он, да, неожиданно, за мудом, блин, да. Сейчас приедет. А я в образе в кураже лежу такой. Звездный час у меня. Что такой высокий-то? Нет, я на шпильках. На шпильках. Хоть покажете мне, где вы живете там, с кем и что, как у вас? Мне же интересно. Пойдемте уж все вместе. Блин, у меня не убрано. Это наш спортивный уголок, Серега. Это у нас тренажерный зал. Так, тебе же здесь даже негде поляну развернуть. Ну, справляемся как-то. Разворачиваем. Общими усилиями. Вот поляна красная, кстати, она разворачивается. Слышь, а ты сегодня петь нам будешь? Или ты еще не придумал? Или танцевать? Есть стихи сегодня. Ну, лобок я петь не буду никому сегодня. И красить розовый цвет. Здесь моя может, пою. Check me out. I feel so horny. Да,
Вот это гейская комната. Это гейская, это гейская. Но это ничего не значит. Она розовая. Сергей казался мне таким, ну, как бы, как он выглядит, все видят, да, не без этого. Ну, махровенький такой, да? Конечно, странновато немного выглядит. В Люберцах его бы не поняли, но на тусовках успех имеет, эпатажный. Мне кажется, Тимур проявляет какой-то интерес подозрительный. Наш Сереженька Зверев оказался очень интересным, не таким испорченным, плохим, как кажется по телевизору. Вот. Мне как человек он очень понравился. Он реально такой искренний. Его, на мой взгляд, волнует, что у нас происходит. Вон, ребята, а кто-то, говорят, у вас новенький есть. Я. Это ты новенький, да? Да. Ух ты. Сколько ты уже здесь? Третий день. У тебя еще никто не нахлобучил тут? Нет. Пока. Нет. Не за что. У нас не принято хлобучить здесь, парни. Не знаю, я познакомился недавно с одной девчонкой. Она мне через 10 минут уже нахлобучила. А мне было неудобно сказать, что я не хочу. Как ей скажешь. Она в таком кураже. Думаю, ладно, потерплю. Нам, звездам, так тяжело жить. Нас как расслабишься, нахлобучат. Сергей Зверев пришел к нам практически как не как какая-то звезда, а реальный участник, как братишка, братан. Хохлушки есть? Есть. Ты хохлушка? Да. У меня получается ли, я сейчас куплет один вспомню. Мне просто интересно, есть ли у меня сильный, серьезный акцент. Ой, это я не смогу снять. Акцент украинский? Да. Хорошо. Ничего. Приятно было обнаружить, что среди нас есть преданные фанаты Сергея Зверева в лице Романа Сергеевича. Вот, он мне перечислил все 5 бесконечных хитов Сергея. Вот, что меня очень порадовало. Я думал, что он стилист, а он, оказывается, поет. Прекрасный акцент. Ну как? Есть Сережа, акцент. Наша сало заришься, да? Блять, какая? Я бы твою зону оральную подчеркивал бы красной помадой, перескил там такой. Не взяла с собой. Ну так какой-нибудь этих девчонок, ну. Или карандаш. У тебя нет с собой? У меня есть карандаш. Дашь мне? Но он у меня не красный. Не красный? У нее свисток такой, подающий надежды. Он большой, и когда много работает, то трещинка такая. Мне это так ничего, я так люблю таких вот со свистком. Есть 2 подарка. Один подарок мужской, один подарок для девочек. У меня была близость. А с кем? С кем у тебя было? Кто это? Ну ты вообще бомба. Он атакует уже Сару целых 4 дня. Ух ты! Фотографии свои. Фотки. О, да. Ух ты! Ох мой, мать моя женщина. Это что вообще? У нас был конкурс фотографий, когда было день рождения у Насти. У вас есть время до вечера. За самую откровенную фотографию – приз. Настя, смотри, как я, это я фотографировал. Не, Диан, ну мы по-любому, ну ты посмотри, вот. Бомба. Ой, господи. Вот это, а вот здесь вот меня изнасиловали. По-моему. Мне кажется, вот это самый лучший фотограф. Вау, просто суперическое просто. Я хочу все свои посмотреть. Очень большое значение играет фотограф, который тебя фотографировал. Успех и умение, собственно, пользоваться фотоаппаратом. Потому что как бы ты ни встал, какая бы у тебя красивая фигура ни была, задумка, если фотограф
как это было в моем случае. Он, конечно, Рома как бы умеет держать фотоаппарат в руках, но наша задумка не была воплощена, все очень скромно было, хотя я была уверена, что все будет видно. И даже не было видно, что я, собственно, в мокрой рубашке, в мокрой майке. А самая секси, я считаю, Анька. Да. Самая реально, очень. Вот это вот фотка, поддерживаю, все, безусловно. Вот это самое классное. Это... Честно сказать, я тоже в Ленке с сексуальностью вижу прям вот. Голос клевый. Ленки вообще там эмо вот просто, я не знаю, это эмо просто. Эмо, да. Кстати, я не думала, что такое качество, ну, кстати, сексуальное. Да? Блин, мне понравилось. Нет, зам, моя. Серега, секси выбери. Серега, пожалуйста. Серега, смотри. Смотри сюда. Посмотри сюда. Сейчас мне надо фокус поймать. Ты выбираешь саму секси, только нереально внимательно. Никого не слушай. Просто посмотри, посмотри да. Просто и выбери самый секс. Да, посмотри. Блин, короче, Серёг, смотри самое секс. Серёг, посмотри самое секс. Любимую женщину, она самая сексуальная. Серёг, смотри. Серёг, иди сюда. Не слушай никого, иди ко мне. Самая сексуальная. Самая сексуальная женщина у меня есть. Все скрыто, все вот так вот невинно. Ага. Объективно, самая сексуальная. Объективно, самая сексуальная фотография. Объективно, что мне здесь много чего понравилось. Вот эти сиси Андре понравились, вот это понравилось, вот это мне много понравилось. Самая сексуальная фотография все-таки вот это вот. Настя. Да, приклеить себе даже не знаю. На самом деле я очень расстроена, потому что я надеялась то, что выиграю, но все равно я знаю то, что практически всем мальчикам понравились мои фотки. Какой приз? Твоя фотография попадает в журнал «Максим». Так приз нормальный, кстати. Да, реально. Я это и следовало ожидать, потому что я была уверена, что это будет мое первое место. Я единственная, наверное, кто подходит в роль вот такого обнаженного мужского журнала, который без, девушка без комплекса, который сможет на камеру спокойно раздеться. И судя по всем фотографиям других девушек, я считаю, что мои самые эротичные такие сексуальные фотографии. Настя со своими фотографиями... Они никакие, в принципе, обычные такие. Да, она, конечно, неплохо получилась. Видно, что старалась девочка, но фотографии такие пресные довольно-таки. В них нет ничего. Я была в шоке, когда выбрали ее вообще. Начали выбирать самую креативную. Блин, а где я, Диана Фалс? Давайте объективно. Самая креативная – это Диана с кровью. Давайте, я тоже. Нет, я считаю, самая креативная. Я считаю, креативная Жекова. Реально секса ноль. Ленка. Нет, ну здесь креативного много. Здесь вот креативная, вот которая просто не... Просто не это вообще креатив. С кровью креативно. Да, креативно вот это вот реально. Короче, я так понял, что все согласны, что Филипп должен получить приз. Пусть получит Филипп, да. Ну просто Илья и Филипп. Молодец! Так, объявляем, короче, победил у нас из фотографов Филипп, который получает приз. Да, да. Браво! Какой? Котик. Так, Филипп, иди сюда. Мы тебя поздравляем. Наконец-то. Всей командой решили, что ты у нас победил. Спасибо. Это тебе фотоаппарат. От всей команды. Но мы действительно дали жару на фотографию. То есть было очень красиво, очень креативно, очень выдержано. Ребят, ну как хорошо сидим, а? Вообще. Все а вино. Еще лучше. Как 100 лет знакомых. Давайте за девчонок выпьем. Да. За красоток, за наших. У меня ничего нет, и налить что-то. Давайте я отолью свое. Давай. А то долго ходить. Берегите печенок. Плеча. Девчонки, за вас! Ура! Вы такие у нас красотки, вообще нереальные. Бомбы. Такие открытые, добрые ребята. И у нас какой-то контакт получился прямо с первых секунд. Ты вообще бомба. Почему? Не знаю. Я просто привык, что восточные девочки, кавказские девочки, они такие скромные. Они все в такой повязочке. Нет, я не такая. У меня все подруги с Кавказа очень такие... Совсем. Они прям носят косыночки такие. Нет, я первый раз вижу такую девушку, которая такая. Да я сама от себя в шоке, если честно. Я сама от себя. Молодец. Дианочка на самом деле хорошая девочка. Она просто попала на свободу. И она не знала, что с этой свободой делать. Я понял ее сразу, что она то, что она делает, она этим человеком не является. Просто она башню снесло у девчонки. Как твоя профессия называется? Пикапер. Я электрик. Электрик я по образованию. Я хочу пикаперы пойти, у меня получится? Да по-любасу. Я развожу пи***ц. Мне надо несколько минут. Не надо, тёлки сами вешают. Я думаю, что он рассчитывал на то, что он такой крутой. Сейчас все, типа, ноги задрали и дали. Но нифига подобного, потому что, ну, девчонки еще как-то под контролем.
Мальчики, где взял журнал? А вы как, держитесь еще? Типа еще сколько продержится, да? Угу. Они уже месяц. Да? Бедные. Как? Не все. Не все, я только замечу. Вот кто месяц? Демид. Что? Ты поднимаешь руку? Нет, не буду поднимать руку. Что Демид, что Демид? Так, пойду поближе я. Ни хера не слышу. Я тоже не знала. Слушай, Демид, это что за такие... Что? Так. Тушишь червя своего? Все-таки приложил. Ну тебе нравится кто-нибудь? Да. Займется рукоприкладством. Ты че? Какие проблемы с ним? Нет проблем. Все хорошо у нас. Я спросила, а с кем? С кем у тебя было? Кто это? Потому что как бы у нас с ним ничего такого не было. Когда я изрядно напиваюсь и там, ну, ночью мы максимум с Демидом целуемся, но как бы вот такие подробности, такие как бы, ну, вот это я не смогу не запомнить. На что он мне ответил, что, скажем так, самоудовлетворение, это тоже считается секс. Ну, я не считаю, что у меня не было месяц секса, как бы, у меня была близость, и у меня был оргазм, и поэтому я не считаю, что в этом проблема какая-то. Про него. Тимура алкоголик, художник и поэт, играет на гитаре и не знает слова нет. Тима. Тима. Став читает много интересных разных тем. Снасти зажигает, атлет он и спортсмен. Он счастливослав. Круто. Веселый, добрый парень. И ростом 1.02 м. Он атакует уже Сару целых 4 дня. Рома. Круто. Рома. Ну и все. Вы думаете про меня какой-нибудь там тоже, что звезда в шоке, там, пи***ц. Ну мы что, мы можем к бассейну пойдем, да? Серега Зверев, это крутой мэн, просто нереально крутой. Он один из тех, кто там нормальных таких чуваков в России, который стильно одевается, там, ну такой нормальный чувак, мне нравится. Я снял трусы Сергея Зверева. Мои не ношеные. Здесь мы как бы создаем пару, в которой мы живем в одном номере. И уж если мы там пара, то мы должны как бы вместе идти и выигрывать это, и делить эти деньги. А не одному оставлять. Но мне кажется, что ты... Мы с тобой разберемся, не переживай. Слушай, я-то с тобой точно разберусь. Я тебе все сказала по поводу этого. Что они даже уже сейчас не из-за победы. Правда, вот даже уже не из-за победы, сказала, отношения само, она да? Она сказала, что неприятно. Отдаст мне все деньги. Ну, если сейчас такой выбор, я бы отдала, потому что как бы... Классно. Если у меня не было бы здесь отношений, если бы я так к человеку не относилась и не влюбилась бы в него, естественно, я бы еще думала о деньгах, о победе. А ты бы дала? Когда у меня здесь все хорошо, и романтика, любовь, морковь, то это не самое главное. Ну, Настя, конечно, хороша. Там надо просто чуть увеличить, так сказать, объем таланта, и она бы была бы топ-звездой однозначно. Ну, Став, я считаю, что он настолько эстет, что он такую красивую девушку не пропустит просто так. Все мы здесь эгоисты. Кто бы сейчас ни что ни говорил. Не дать денег. Все эгоисты. Каждый думает о своей шкуре. Как бы бить себя в грудь и кричать, что «а я бы отдал, а я бы отдал», а вот если… Я бы дал точно. А я бы нет. Че? Диана бы не дала. Ну, это может быть, я не знаю, смотря какое, конечно, отношение. Хорошее. Если бы это, конечно, прям моя любовь была. Прямая? Если он тебе помог остаться, ты могла уйти. Угу. Ты ну, думаешь, ты даже не поделишься с ним деньгами? Чуть-чуть поделишься. Ну, нет. Ну, даст 1030 рублей.
Есть два подарка. Один подарок мужской, один подарок для девочек, так сказать, женский. Значит, что, есть такое предложение. Значит, мы сначала отсмотрим девочек, они нас чем-то удивят. А потом отсмотрим мальчиков, они нас чем-то удивят. И кто лучше удивил, тому подарок. Подарки реально крутые. Да. Мои личные вещи. Сергей предложил принять участие в конкурсах, да, как его удивить. Ну, я думаю, что с некоторых людей он действительно был в шоке. Каждый пытался удивить, как мог. Яна великолепно танцевала. Кто-то прокалывал язык, кто-то стригся на лысо. И там все начали махаться талантами. Вот. Мне махнуть было нечем, я махнул волосы с головы. Роберт Рождественский? Стиг, да. Если вы есть, будьте первыми. Первыми, кем бы вы ни были. Из песен, лучшими песнями, из книг, настоящими книгами. Почему на голове не растут цветочки, а растут... Жене был обычный номер. Она спела веселую песенку. Для нее, мне кажется, ну, она могла лучше сделать что-то. Но так как она поет, она спела опять. Мне нужны вот трое трусов. Нужны ваши трусы, которые сейчас на вас. Не-не-не. Жесть. А, и ты будешь угадывать, к чьи? Нет. А что делать? Нет. Дальше увидите все. Ну, давайте, ладно, интересно. Что-то мне попахивает интересным. Интересным, да. Завораживаюсь. Я сейчас тебе дам свои. А кто еще будет? Ну, кто еще? Ну, трусы? Ребят, у кого трусы, блин? Став, ты? Да. А я снял трусы Сергея Зверева. Ой, жюри раздели, а здесь камера, да, Так тебе их отдать надо или что? Не-не-не, вставайте, ребят, которые, значит, сняли трусы, вставайте, вот, стойте вот здесь с трусами. Сюда. Слушай, ну сейчас не будет там что-то, надо будет чужие трусы нюхать, там какая-нибудь такая. Ты свои будет. Возьми, главное. Мои новые. Это только ты мог придумать такое. Я не знаю, это человек, это маленький злой человек, который может придумать все, что угодно вообще. Добрый жук. Он же твой друг. Да. Он же не будет тебя подставлять. Народ, наверное, знал, что вот они сняли трусы, и сейчас будет что-то еще. Ну а что? Уже снял трусы, уже как бы вот это все. И они расстроились, что никто ничьи трусы не нюхал и не жевал там, или я не знаю, что они должны были делать. Ну, по вашему мнению, из девочек кто самое круто победил? По вашему мнению? Женя. Да. Нижний брейк Дианы. Ну, и это тоже. Да я видел его уже, а эту песню я не слышал в исполнении Жени. Так, Женя, давай выходи вот сюда на сцену. На коврик. Такой брелок. Так, куда тебе его повесить? Спасибо. А сейчас мы решаем... Кто у нас победитель? Из мальчиков, кто вам показался сам? Став. Ну, Став реально молодец. Так, Став, мы тебя объявляем. Ты у нас сегодня победитель. Мои неношенные. Жесть. Прозрачность. Ой, звезда в шоке от конкурса. Ну, а сейчас у нас специальный приз. Демид получает специальный приз, я ему стригу стрижку, значит, на голове. Очень круто. Все? Да, вообще бомба. Все, спасибо. Давай. Сейчас пала. Так, ребят, ну, я вынужден с вами попрощаться. Потому что сегодня, как я понимаю, будет гламурная вечеринка, которую вы не знали, я вам сейчас говорю, будет гламурная вечеринка. Все одеваются так, типа, гламурно-гламурно. И поскольку сегодня у нас такое событие, от меня подарки, значит, всем, да, прям можно сюда поставить. Ничего не пришло в голову, как только одеться каким-нибудь, как обычно. Первый раз презерватив на человека. Вы должны пройти фейс-контроль. Больше, больше гламура и макияжа, и маникюра.
Я еще сама не банально тоже. Смотри, что тут есть. Да, блин, ну ладно, все, это мое, это мое. А что это такое? Это мой костюм. Да, это для Ани, это для Ани. Я посмотрю на тебя вот с этим. На глаза? На глаза. Ошейник. Как? Как оно крепится? Мне кажется, это тебе было бы покруче, чем Аня. Неправильно, неправильно. Вообще разрыв. Просто нереально. Unreal, просто Unreal. А это что за пошлятина? Подождите. Мне кажется, это на... Как-то это не трусы. Это подождите. Это убери. Это не мне. Я не знаю, что себе взять. Это галстук? Нет, это трусы. Нет, не трусы. Это реально трусы. Да, это трусы. Нет, это не трусы. Они цепляются к спине, наверное. Ну это, блин, ну какой этот, значит, надо быть вот так вот? Что за бред? Покажи. Ну, это трусы. Ой, первый раз презерватив на человека не делаю. Нет, а тебе не кажется, что... Ой-ой-ой. Нормально так одевается. Кольцо застряло. На Дольче Габбана, на Дольче Габбана, на Дольче Габбана. Проиграл, отпустила, капусты не стало, капусты не стало, капусты не стало. Я себе сразу взял желтую какую-то херню, я не понимаю, как мне вообще люди ходят, а-ля сердючка какая-то. И я видел там перья. Но когда сказали, что надо выглядеть эпатажно, ко мне ничего не пришло в голову, как только одеться каким-нибудь пи***. Как обычно, блядь, какой-нибудь хуйни. Просто у меня уже нет слов других. Как это платье? Посмотри. Нормальное ублюдское платье. Какое? Нормальное ляска? Ублюдское платье. Ублюдское? Я не люблю леопардовый. Добрый вечер, который, я надеюсь, перейдет в добрую, веселую... Как у нас сегодня? Гламурная вечеринка? Гламурную ночь. Гламурную ночь. Вы должны пройти... Фейс-контроль. Вот. Так, фейс-контроль. Фейс-контроль. И мы с тобой определим, кто самый-самый, да? Вот я вижу, как всегда. Вот это явление. Самый фэшн. Ром, иди сюда, пожалуйста. Перо сломал! Черт! Ты на сегодняшней вечеринке один? Нет, у меня есть... Я сутенер сегодня. Так. Такой, а у меня есть вот моя проститутка. Серег там, если что. Если что, обращайся ко мне сразу. Ага. А почему такой выбор, Диан? Можно узнать? Вы знаете, я даже сама не знаю. Я вот надела это платье, взяла вот эти перья и поняла, что я тайская проститутка. Диана одела этот б***ский костюм. Она сказала, что я похож на проститутку. Я сказал, что ты тайландская проститутка. Вот так вот получилась тайландская проститутка. А поскольку на мой внешний вид и тайландская проститутка говорила о том, что я сутенер, ну, то есть это произошло все спонтанно. То есть, ну, пусть будет так. Настя, расскажи про платье. Платье, на самом деле, сделано за 10 минут. Потому что ты сама его шила, это платье? Да. Естественно, мне понравилось больше всего мое платье и мой образ. Такой леди, такой грациозный. И понравилось даже то, что я как бы сама умею шить, что я смастерила себе платье. Ну, студент из Гарварда. Это моя жена Кэмерон из Канады. Где вы познакомились? I don't speak Russian. На самом деле, перед вечеринкой я долго думала, во что мне одеться. Думала, ладно, будет что будет. Одела свое платье, заплела косички там. И увидела Тиму, который вот реально ботаник. И мы решили, что вот я буду его Кэмерон, женой, а он будет городским студентом. И вот так вот пришли, таких образом. Я выбираю блестящего парня. Бусы. Я нашел еще позавчера на улице и посчитал, что они мне подойдут. Странно, что она не ползет. Сейчас она будет ползать чуть позже. Это моя учительница по английскому языку. Я двоечник. У нас Бэтмен, я так понимаю? Нет, у нас история получше. В снах мы убираем безопасный секс. Мы пользуемся средствами защиты настолько. Вот, так что сегодня вот так. Я считаю, что, конечно, вне конкуренции была Сара в своем латексном костюме. Пойдемте к бару, друзья. Да, и пусть вечер сегодня получится.
Я бы хотел предложить тост за всех наших прекрасных девушек, которые с нами присутствуют. Да, за дам. Девочки, у меня я любуюсь. Каждый день, девчонки, вами. Девчонки, наше украшение. Ой, как пошла хорошо. Да? Я сейчас в кураже отработаю вообще. Серьезно? Каждый должен найти свой стиль. Я закрою плюсы в стиле. Купи в букете реальный прикид. Если нет денег, возьми кредит. Я несу вечером твой караоке. Удрыши звезда, ждавлю в шоке. Знай, как ты, твой грез уже смешан. Стремись туда, где полный фэш. Больше, больше гламура. И макияжа, и маникюра. Больше, больше гламура. Лицо супер и супер фигура. Больше, больше гламура. И макияжа, и маникюра. Больше, больше гламура. Лицо супер и супер фигура. Больше гламура. Осенью сметают дворники листву. Мое лето и каштаны, и мою мечту. Волосы каштановые, усы из каштанов. Мне с тобой, каштановая, было хорошо, но мало. Что ты делаешь, Алла? Что ты делаешь, Алла, Алла? Что ты делаешь со мной? Алла, что ты делаешь, Алла? Что ты делаешь, Алла, Алла? Что ты делаешь со мной? Что ты делаешь со мной? Жанна, ты супер! Ты самая крутая вообще в мире! Таких больше нет! Все звезды мира для тебя, любимая, ты самая, ты королева, ты должна об этом знать. И все мужчины должны тобой на колени. Жанна, что ты делаешь, Алла? Что ты делаешь, Алла, Алла, я? Что ты делаешь со мной? Алла, что ты делаешь, Алла? Что ты делаешь, Алла, 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 я? Что ты делаешь со мной? Что ты делаешь со мной? Что ты делаешь, Алла? Что ты делаешь, Алла, 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 я? Что ты делаешь со мной? Что ты делаешь со мной? Я люблю тебя! Еще давай! Мне это не нравится просто. Так, такая манера вообще. Ну не общайся со мной.
Работаем. Девочки нужны. Девочки. Да. Куда, куда? Пойди, пойди. Давай. Училка должна. И ты, давай. Училка. Столько денег не устала. Не покупала. Золото. Я как любовь ничего не понимала. Выпай. Делать дела. И зубы словно дрожались, и сказки особо отличались, и маски бесконечно меняли. Чуваки попадают на Дольче Габбана, Дольче Габбана на Дольче Габбана поиграла, пустила, капусты не стала, капусты не стала, капусты не стала. Чуваки попадают на Дольче Габбана, Дольче Габбана на Дольче Габбана поиграла, пустила, капусты не стала, капусты не стала, капусты не стала. Вылазим. Ее ноги никогда не кончались, ее зубы от луны отражались, ее сказки от других отличались, ее маски бесконечно меняли. Не расслабляемся. Ну, ребята молодцы. Совершенно адекватные люди. Моя любимая восточная красавица Дианочка, она, конечно, была в своем. Ее надо воспринимать как артистку. Ну и что? Ну, артистка из Кавказа. Ну, что теперь? Жанночка, Жанночка со мной, Жанна как мама мне. Она мне все рассказывала. Я поняла, что я не права была в каких-то моментах. А сейчас я хочу, все, я хочу вернуться, я хочу быть той, которая я есть. Добрая, я буду помогать людям. Ты нравится должна стать. Тебя на руках будут носить после этих слов. До того, как мы поговорили с Дианочкой, она меня поняла. Она будет совершенно другой девочкой. И... просто вот эта молодость и дурь в голову, эта дурь, она не давала ей покоя. Сейчас она изменится, будет нормально, все будет хорошо. Ребят, уже, конечно, настала пора мне покидать вас, уезжать в Москву. Береги его, брови не моргай вообще, поняла? Уведут. Ну, ты все знаешь? Видел. Все, с сегодняшнего вечера. Мы этот танец забываем. И мы в холодном поту ночью не помним его. Просто мы забыли. Ну, а мы, наверное, в свою очередь, да, скажем, Сереж, спасибо тебе большое, что ты приехал к нам. Спасибо. Ты так далеко ехал. Я тебя обожаю. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Прям губы. Ну, я пойду Серегу провожу. Да. А вы тут без меня не балуйтесь. Понятно? Все. Начнем. Фил читает. Фил, давай, мы верим в тебя. Фил, начинай. Я так что рад, что вы собрались сегодня в круг. Я слышу клевый рэп, и это не Михаил Круг. Красавчик! Женя стоит и ничего не вдупляет, потому что Фил реально читает. Здесь нет еще такого, что я Демида попросил взять мне мохито, а не тебя. Ты мне сам скажешь, что я пить не буду. А я захотела пить. А что, если я хочу выпить? В чем проблема? В чем проблема? Зачем ты так это делаешь? Ты не можешь мне сказать, возьми мне, пожалуйста. Я очень хорошо, ты не будешь пить. Хорошо, мне это не нравится просто. Так, такая манера общения. Ну не общайся со мной. Не нравится, не общайся. Ты будешь еще считать, сколько мне пить, а сколько мне нет? Я трезвая, как стекло. Давай тогда еще пьяться не будем, все. Что? Я спать уйду и все. Чтобы тебя лишний раз не раздражать. Послушай,
это поддержит. Ты оставляешь след в моем сердце, но мне берешь это сердце с собой. Кровь стынет в жилах, но я пойду до конца. Обреченными мыслями дикими я лужаю по следу дворца. Став, ты в курсе, что у тебя вообще нет слуха? Диана, не думаешь ли ты, что Рома заслуживает праздничный миньет? Настя, Настя, ему уже давно нравится другая девушка. Как ты думаешь, кто? Я всегда мимо рта брызгаю. Я же сейчас уже стала хорошей. Нет!